Всем большой привет! Рада вас видеть всех на своем канале. С вами Алла Белочка. Сегодня 2 января, и я спешу вас всех поздравить уже с наступившим Новым годом. Хочу вам пожелать в этом году счастья, любви, здоровья, много радости, позитива, всех земных благ, конечно, творческих успехов и много отшитых красивых работ в этом году. Сегодня хочу вместе с вами распаковать свои подарки, которые мне прислала Валерия Соу из Москвы. Это был такой приятный, неожиданный сюрприз. Посылку я забрала 30 декабря, прям под вечер перед закрытием почты. Я успела это... Пришла домой, принесла подарки и положила сразу под свою нарядную елочку. Решила уже после Нового года все рассмотреть более подробно. Снимаю в таком ракурсе, хочу вам показать, как все красиво и с какой любовью, нежностью все упаковано. Лерочка постаралась на славу. Посмотрите на эту замечательную новогоднюю праздничную бумагу с Дедушкой Морозом, со зверятами. Чудесный сюжетик. Таких свертка 2. И вот такая бумага дизайнерская новогодняя, очень красивая. Сейчас буду все открывать и вам показывать. Когда открыла посылку, я сразу видела вот эту нарядную, красивую, блестящую открытку с новогодними поздравлениями. Вот такая тройка белых лошадей и Дедушка Мороз. А в ней пожелания с поздравлениями от Леры. Аллочка, поздравляю тебя и твою семью с Новым годом. Пусть он будет удачный, все мечты и планы сбудутся. Желаю счастья, радости и веселья в новом 2017 году, Лера. Лерочка, спасибо огромное за теплое, доброе пожелание. Очень приятно. Обязательно сохраню эту красивую открыточку. Пусть всегда напоминает о тебе. Хотя я вас, девочки, никогда не забываю. Лерочка положила вкусняшки. Это мои любимые конфетки. Грильяж шоколадной глазури. Фирма Рот Фронт. Обязательно выпьем чай и скушаем эти сладости. Придачу конфеткам положила елочное украшение. Красивая коробочка с изображением золотой рыбки. Пусть она в этом году мне исполнит хотя бы пару моих желаний. Будет очень здорово. Это майский черный чай. Очень красивая коробочка такая. Сейчас обязательно повешу на свою новогоднюю елочку. Спасибо, Лерочка. Открываю свой первый подарок. И что же я вижу? Это наборчик от Риолис из серии «Сотвори сама». Артикул 0049 РТ. Это частичная вышивка с напечатанным фоном, с изображением Санкт-Петербурга в старину. Это мой город, в котором я живу. Да, вот так сюрприз, Лерочка. Очень нравится этот дизайн, с удовольствием буду вышивать. Размерчик 21 на 30 сантиметров. Вышивается ниточками «Анкор». Так, на 14 конве и вышивается здесь вот эта растральная красная колонна. У нас очень много красивых мест, девочки, так что добро пожаловать в Санкт-Петербург на экскурсию. Вы не пожалеете. Приезжайте лучше летом, это точно. И по Питеру можно погулять, и в Петергоф на фонтаны сходить. Много красивых мест, так что добро пожаловать. С удовольствием буду вышивать этот дизайн. Спасибо, Лерочка. Новый год, и Лерочка прислала мне новогоднюю игрушку колокольчик от Риолис «Сотвори сама», артикул 1540. Сюрприз, Лерочка, я уже вышила такой чудесный колокольчик к этому Новому году. Получилась очень яркая, красивая игрушечка. Здесь много разного металлика, она сверкает, блестит, переливается. Очень нравится вышивать на пластиковой конве, так что с удовольствием еще разок вышью такую игрушку. Посмотрю, может что-то внесу свое или оставлю как в первоначальном виде. Только вышивка шерсти. Ну, посмотрим, под настроение. Спасибо большое, люблю вышивать новогодние игрушечки. Лерочка мне прислала наборчик от Dimensions. Это Gold Collection Petites. Мини-голдик размером 15 на 15 сантиметров. Интересный такой дизайн. Нет у меня такого наборчика. С удовольствием буду вышивать в рамках нашего СП любимый Dimensions. Интересный дизайн. Такое одинокое пляжное кресло стоит. Коктейльчик, книжка. Садись, расслабляйся, кайфуй, отдыхай. Одно наслаждение.
смотреть вдаль на красивое море, как летают рядом чайки, уединиться от всех, побыть с самой собой наедине, повышивать. Какое это наслаждение, кайф, что тебя не тревожили. Отдыхать в свое удовольствие. Я видела, как девочки вышивали. Ирина Шопот вышивала и показывала такой дизайн. Знаете, получился классный сюжетик. Красивая картинка, так что буду вышивать. Здесь такой дизайн со своим смыслом. Очень интересно. Спасибо, Лерочка. Вышивается на 18-й аиде белого цвета. Вот такие яркие ниточки. Да, хороший сюжетик. Прям для отдыха. Лерка, у тебя супер идея возникла. Прислать мне купон со скидкой в 10% для багетно-мастерской «Артрама». С Новым годом! Подарок за следующий заказ. Профессиональное оформление ваших работ в салонах «Артрама». Будем рады вас видеть снова. И время действия этого купона с 1 января по 15 февраля. Нужно обязательно успеть в срок и оформить свою картину, воспользоваться этой скидочкой. Помнишь, мы как-то с тобой обсуждали, какая багетная мастерская хорошая? Кстати, я в этой багетной мастерской оформляла уже не одну свою работу и очень рада осталась. Супер обслуживание. Достойное оформление. Обязательно воспользуюсь твоим купоном. Также в подарок мне останется вот эта небольшая рамочка на подставке для какой-нибудь мелкой вышивки. Спасибо, Лерка. Очень приятно. И вот так выглядят все мои подарки от Валерии Соу. Лерочка, тебе еще раз огромное спасибо. Все мне безумно понравилось. Все такое интересное, необычное. И 10% в багетной мастерской. И новогоднее украшение, елочная игрушка, пляжное кресло Dimensions, Санкт-Петербург, поздравления, чаек, сладости. Все классно, все понравилось. Спасибо тебе огромное, с Новым годом. Всем хорошего настроения, с вами была Алла Белочка. Всем пока-пока.